В Темиртау около 50 многоэтажек остались без холодной воды. Там замерз магистральный водовод. Бригады начали отогревать трубу, однако оледенеть стали уже домовые сети. Вот кран открываю, воды нету. Нету холодной воды. Все заморожено. Трассы все, как говорят, все заморожено. Мы сидим без воды. Воды в магазинах нету. Чиновники почему-то не стали организовывать подвоз. В магазинах, по словам жителей, цены на бутилированную воду подняли сразу в два раза. Поэтому люди вынуждены ездить в другие районы или тратиться в супермаркетах. В восточной части города также расположены две больницы. Одна из них детская, поликлиника и две школы. Промерзание магистрали обнаружили накануне вечером. Проблемный участок составил почти 20 метров. Его начали прогревать, но сети уже стали замерзать в самих домах. Для стабилизации ситуации мы собрали резервную схему с пониженной гидравликой. На сегодняшний день вода указанным объектам подается. В настоящий момент проблемный участок водовода обнаружен. Для стабилизации ситуации мобилизовано 8 аварийных бригад и 11 единиц техники.